Согласно планам боевой подготовки воздушно-десантных войск 25 февраля, 2 марта на учебном центре 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводится соревнование снайперских пар воздушно-десантных войск. Цель этих соревнований – проверить огневую, тактическую и полевую выучку личного состава. То есть вот сюда действительно приехали самые лучшие. То есть вот если мы говорим, снайпер – это штучный товар, это элита, то вот это элита в элите.